красиво как получилось, ё-моё. Вот это видео заснял я такое, Тормози, тормози, тормози. Женька, ну что ты наделал? Ну, боже мой, мамочка моя родная, ну зачем это делать? Блять. Оу, тормозим, 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 быстрее, блять, тормозим. Уедь, блять. Это этот, блядь, гондон на дустере, блядь. Ебись. Бля, там что там, живой, не живой, блядь, чувак. Аварийчик, блядь. Анатолич, нормально? Блин. Консервативные рынки, в таком месте, который будет обеспечивать сохранность и заработок, самым лучшим из всех текущих рынков. Раньше были годы, сейчас является недвижимость, которая даже в кризисные годы больше, чем на 10-15% падает. Ну, в России это там недвижимость в больших городах, в миллионниках, ну там, мир столицы, Петербург, Москва. Эксперты по безопасности с компанией «Интер».
вообще ебать. Вот приехали. Yeah.